Смотрите, его задача вас схватить за туловище, приподнять, взвесить вас. Такая игра. Сейчас будет игра, и вы поймете, для чего это движение нужно. Такое загребающее. Поехали, Михаил, поехали. Я раз, вот сюда ручки ставил. Что будет делать Михаил, чтобы дальше продолжить свой преступный замысел? Давай дальше. Видите, он лезет ко мне опять. Лезет. Давай. Пошел. Попытайся меня схватить за туловище. Давай. Работаем. Обратите внимание, что мы делаем. По-моему, это то же самое упражнение, что было до этого. Да? Вот оно. Раз, зафиксировал. Вот фрагмент, видите? Упражнение, что мы делали. Лезь дальше. Он только полез, я оп, сразу ставил. Только он полез этой рукой, сразу ставил. Внутри. Давай. Если вы не успеваете, можно сделать так. Накладки на плечи. То, что мы делали, да? Чтобы он там не лез. Делаю еще. За запястье прихватить. Потому что он этими запястьями вас хватает. И можете разнообразить. Смотрите, он меня пытается схватить. Такой здоровый парень, хочет вас взвесить, пошутить над вами. Вот. А я делаю крючки. Вставляю руки, андерхуки, не даю. Либо накладочки на плечи делаю. Либо запястье прихватываю здесь. А ты хватай. У тебя задача только хватать. Только хватать. Даже, смотрите, если одна рука туда залезла уже, вы можете и отсюда сорвать. И сами пройти за спину. Итак, играем в игру, кто кого взвесит. Один взвешиватель, теперь я взвешиваю. Возвращайся. Теперь я взвешиваю. Спокойно. Здесь можно себе головой сильно стукнуть, поэтому плавно. Я пытаюсь пролезть. Вот. А Миша, меня сдерживай. Я хочу взвесить. Давлю на него, лезет на меня. Домогаюсь. Все ближе и ближе. Можно ясно? Типа, вольно, греко-римская борьба, по сути. Голову тоже можно. Он лезет к вам сюда в туловище. Вот еще контроль хороший, неплохой. Эта рука не дает ему схватить меня. Надо головой так вниз. Здесь я могу держать плечо его. Две руки можно сюда поставить. Вот. Две руки надо оттолкнуть. У меня лоси как заборчики, видите, вот такие. Он полез ко мне. Вот, значит, видите. Еще раз. Полез, я таз назад убрал, а туда вставил забор. То есть между нами вот такой заборчик. Здесь. Понятно? Давайте сейчас вот параллел, когда вы будете играть,